Итак, всем привет, друзья, леди и джентльмены, которые будут, возможно, смотреть вот по Думу. Между прочим, я не замечал, что на этой картинке видно рожу мужика, за которого мы играем. Никогда не видел там нос и глаз. Да. Не знаю, к чему это было сказано, ладно. Собственно, третий день Дума. Я посмотрел количество уровней и так далее. Я прошел, ну, чуть меньше половины, как оказалось. И это немножечко радует. Немножечко. Все-таки, если локации не будут потом большими, будет как-то... для реиграбельности слишком быстро. Очень-очень быстро для реиграбельности. Вчера стрима не было, потому что... Сегодня так рано стрим, потому что... Утром делали, так скажем, рентгенили. Я приехал домой и чуть ли не уснул. Вот так вот. Вот это рыбым. На работу можно было, в принципе, поехать. Даже... Ну... У меня очень сильно раскалывалась голова. Серьезно. То ли от голодухи, то ли еще от чего. Давайте продолжим кампанию. Мы познакомились с Ревенантом. В прошлый раз, в конце стрима. Он, кстати, страшно убивает, я помню. По трейлерам, что ли? Или по геймплейным там этим штукам. Фу, ну, кстати говоря, я тут подумываю вырубить вебку и нафиг. Жара снова правит этим миром. И, пожалуйста, колонки, не издевайтесь. Колонки что-то издеваются надо мной. Аргент башни из кодекса, вы знаете? Мне надолго ускоряет. Да ладно! Не подозревал вообще, что ускорение может ускорять меня. Сейчас разработается опьё. Ауч. А почему добивания не было? Ладно. Так, усиление-то какое? А почему мне усиление-то не показывалось сейчас? Ладно. Где-то гадость. Так, у меня нажался-то этот? Да, нажался. Все. Ух, я, кстати, повторю еще раз, я не ожидал, что... Граната забил. Так. Что на 2500, думаю, так будет нормально на записи смотреться. То есть квадраты есть.
И это все есть. И я могу вполне стримить на 3500, но люди же жалуются. Или агент-индуктор была построена в 2120. Двойной прыжок, я так понимаю. На основе прототипа разработки программы Дыхание. Это главное достижение ОАК. Двойной прыжок, дважды ножа в пробел. Ура! Ох, а я что-нибудь сюда поставил. Что-то они слишком окровавленные. Вроде ничего так не пробито, они вроде... Ну, то этого рука оторвана, ладно. То этого нога. Вот. Агент... У нее же все целое. Ну-ка, испытанец, убейте из супердробовика 30 безвольных за отведенное время. Я пропустил, какая там руна, ну ладно. Пофигу, испытание по-любому надо проходить. Изобилие боеприпасов. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Чит количество, блин, опять я не прочитал, ладно. Где? Успел. Лишь количество припасов, получаемых демонов и предметов. Ну, полезная штука. Я не скажу, что это бесполезная штука. Можно будет одеть на вторую руну. Уже можно будет несколько таскать. Просто прошлое, она там вообще какая-то бредовая, насколько я помню. Демоны остаются дольше оглушен. Ну да. Бизнес-нарушение становится эффективнее. Зверское убийство можно произвести с гораздо большего расстояния. Это вот это прикольно. Понять зверские убийства быстрее. Тоже прикольно. Улучшает управляемость при движении в воздухе после двойного прыжка. Не знаю, это смотреть надо. Зверские убитые демоны оставляют броню. Совершив зверское убийство, вы на какое-то время ускоряетесь. Такое. Оглушенные враги получают меньше урон, так что их проще зверски убить. Дурь. Стрельба из стандартного оружия не расходует боеприпасов, если у вас не менее 100 единиц брони. Богатый богатей. Такое. Стрельба из стандартного оружия не расходует... А, стоп. Шанс пережить смертельный удар восстанавливается после смерти. Тут солдатик уже доступен. На автокарте появляются предметы для исследования. А почему бы и не потратиться сюда? Лудильщик. После улучшите одной категории претарианской брони. Цыц.
Цыц. Чё у меня с... Пару секунд, люди, извиняюсь. Твиттер, ты с ума сошел, что? А, ну... Чёртовы боты, чтобы... Чёртовы боты. Так, здесь что у нас? Не, это, конечно, все замечательно, но... Стоп, а... То есть я здесь никак не перепрыгну, что ли? Ну ладно. Это что еще такое? Смотрите, что здесь есть. На одном из этажей. То есть оно где-то... Сейчас будет ровненько надо мной. Вот, да. Секретик. Ну, можно потратить, как я и говорил, слева направо идти и собирать жизни. Боеприпасов вроде пока более чем достаточно. И как я могу их пропустить-то? Да. Не люблю я такие вещи. Серьезно. А что если второй прыжок не прожмется нормально? А, ну собственно, да. Пусть идут в пень. Наркоманы чертовы. Знаете что, сдается мне, что... Так, мне так надо делать. Я это помню. Чтобы получить... Улучшение мне нужно. Двадцать две брони сшибает. Где?
Вообще ведь его там нифига не видно. Да и ни вы не доберусь. Да. Но что у нас есть? У нас есть вот сюда. И вот сюда. Ща все будет. Ох, ё-моё. Ну и анимация у вас. Кто бегает? И музыка еще самое главное такая заиграла. Не люблю, когда меня атакуют сзади, допустим. У меня мало патронов. Да. Что-то был за тух-тух-тух-тух-тух-тух. Чиц-циц! Ну-ка. Вот так, да. Очко улучшения оружия. О, найден... Стоп! Это секрет? Я думал, это дальше проходить. Вы серьезно? Это секрет? Ну ладно. Мне не надо просить несколько раз. Дистанционный взрыв. Микроракет на штурмовой. Плазменное ружье. Ну, вот так. Ракетки возьмем. Неплохо. Альтернативный неплохой, скажу так. Ну, пока с этим побегаю. Хотя... Здесь очень редко, когда в голову я постреливаю. Thank you.
это все я сделал, посмотрел. Оп. Ой, здравствуйте, тетя. Она несет аргент аккумулятор. С его помощью она попробует вручную открыть портал в ад. Хотя аргент башня не работает, я верю, что это ее убьет. Изменением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Я прям уверен, что она просто возьмет и... там превратится в демонюк, ну пофигу, там что-нибудь из этой фигни. Здравствуйте и добро пожаловать в ОАКА, где расположена патентованная система фильтрации аргент энергии, разработанная доктором Оливией Пирс. Мы — единственная корпорация, владеющая этой энергией. Мы способны преобразовывать чистую... Ой, пост, спасибо за пост. Спасибо за пост. О, да! Так, началось в колхозе утро. Собираем прямые попадания авто... Ауч. Злые вы. Четырехкратный урон, да. Вы это не выдержите, друзья мои. This is too overpowered. Слишком overpowered. Так. Я что-то как-то играю странно, понимаете? Я набираю максимально хп броню, а потом их быстро сливаю и живу просто на кончиках пальцев. Это супер аптечка, по всей видимости. А, можно как-нибудь, да, вот. Вот что мне не нравится... О, в таких играх слишком карты вот просто 20 раз надо. Агент башни или агент индукта была построена в 2127 году. 10 из 10 живешь, что ли? Но меня здесь довольно-таки не часто убивали. Здесь я пропустил секретку. Но это еще не все. Это еще не все. Да, Фоя сказал привет. Так что привет. Да. Кто я тут? Не, пожалуйста, можно мне... А! Так. Чего? Чего? А почему ты не захватился за уступ, алло? Что вообще?
Он просто кубарем упал вниз. Мне назад идти за тем преторианским? Нет, можно не идти. Ладно, будем считать, что это был шорткат. Да? Да. Заберитесь на башню. Мне не нравится ничего это. Окей. То есть мне надо спуститься, наверное, и бежать туда. Да? Да, здесь ничего не запущено. Значит, можно пробежаться. О, преторианский жетончик. Прям чую, что я какую-то секретку сейчас упустил. А, да я все равно не проберусь. Как бы этого не хотел, я туда не проберусь. Фух. Ну здесь типа все повреждено, бла-бла-бла. Да, сразу щелкнул, подумал, что это объект окружения, ладно, думаю. Я не догоняю, но я хочу того солдатика. Нет, потом там будут какие-то штуки интересные. Что-то, знаете, сдается мне, что мне... Не совсем так надо. Да. Мне надо оттуда. По-моему, мне надо оттуда. Тихо, 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 тихо. Один секрет. Ура! Очко улучшения оружия. Модель пистолета УАК. Оранжевый парень.
Ой, здесь же будет первый босс в виде там этого, как его, я не помню, как его называют. Ну, ракетометчик. Я не помню, как их называют там. Ой, ну что, здравствуйте, короче, друзья мои. А его нельзя убить этим. А теперь ты будешь страдать. Да, Манкугус, я, значит, правильно вспоминал, но почему-то подозревал, что... Блин, а как тогда тут летающий глазик зовут? Тихо, тихо! Блин, я сам себя укокол, господи. Это же не босс, ну он здесь как это, он пока одного так не убьешь. Не, ну он типа такой мини. Мини, так скажем. Так, не, даже не мини, как это сказать. Он же потом будет как рядовой, и он первых-то как рядовой. Просто здесь он так это, представляется. Как и демон, точно. Вот все время их чувствую. Да-да, а можно это не... Хоп-хоп-хоп. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тоже босс. Ну, чё-то не помню, что его представляли так. Вот-вот-вот его, кстати, точно не представляли. Прощай, парень. Я вижу, вы там бегаете. У меня такое ощущение, что я как-то совершенно скучно играю в эту игру. Нет, я хочу кассетные... Кассетный удар хочу. Ура! Очко улучшения. Фух. Ну, это такая локо напасненькая.
Так, это все будет выше, понимаю. Ну так вот. Поедем с этой стороны. И докуда ты меня довезешь? Так, я слышу какие-то не очень хорошие звуки. Судя по показаниям, которые я считываю с аккумулятора, вы приближаетесь к вершине Аргент-комплекса. Ладно. Если она вскроет этот аккумулятор рядом с Аргент-лучом, то откроет портал в мир ада, и закрыть его мы уже не сможем. Сидим просто на несколько пути и все. Все прыгнул. Так, мне вот эти красные лучи не нравятся. Отлично. Подо мной ничего, я ведь туда не... О, ухватился! Так, ну здесь... Слева что-то будет. Ладно, так. Ага, я понял. Я понял. А ты почему не умер, дяденька? Ой, здрасте! Я тоже так могу. Ай! Я путаю кнопочки. Что-то вас как-то слишком. Да, мне нужны. Мне нужны. О, да, имп. Ну, еще два импа.
Не, я реально это скучно прохожу как-то. А, вот же. Уязвимость. Ну ладно. О, АЦ можно как бы 2D делать. Ладно, учтем. И, кстати, давно никого не рубал. Каких-то дронов, ну ладно, пусть будет. Нашел хотя бы один секретный уровень? Нет. Я знаю, что здесь на каждом уровне, я прочитал, должен быть этот ретро-уровень. Я пока не задаюсь целью задрить прохождение так, чтобы на каждый этот. Дорога в ад вымощена, аргент энергии. Потом, я решу это отдельно стримить, не стримить, потому что искать тоже целыми стримами там какой-нибудь закуточек, рычажочек будет как-то не очень. Нет, стоп, куда вы? Давайте, поехали. Пытаюсь, если я вижу секретку, я ее пытаюсь взять. Но если не вижу, то рыпаюсь, так скажем. На карте видно, кстати. Вы издеваетесь, и я должен вот это... Ладно, окей. Куда? А кто-то говорил, что здесь с высоты можно умереть только если это. В пропасть упадешь. Нормально, да? Ну ладно. Кстати, оружие можно улучшить. Знаете, что я улучшу? Я улучшу... Вот это. Ведь несколько демонов одним выстрелом из супер-дробовика 30 раз. Ну это как-то, знаете, жирненько. Такое себе. Усиление, ловкость. Быстрее хватайтесь за уступы. Но это две надо. Ладно. Что, двустолку уже можешь? А, ну да. Сперва оно на заправку. Или там, типа... На это.
типа это же грузовичок какой-то. Чего? Что, игра, извини меня? Оказывается, ракетки требуют заряда для пушки. Я не обращал. И здесь требуют патроны. Я не обращал внимания. Так, ладно, смотрим. Оно передвигается. Так, окей. Уи. Так, ну, мне надо сюда. Игра, можно об этом было пораньше, как бы, предупредить? Все, кассетный удар есть. Блин. Не, я хочу. Что-то я зря, по-моему, это сделал. Ладно. Мы как туда? Я же не прыгаю, как кузнечик. Может, мне надо было в другую сторону? Там испытания, господи. А я хочу испытания, я так просто. Хотя, знаете, мне почему-то такое подозрение, что это дальше. Откроется. Ой, его убило. Ну вот, какая досада.
краски. Я надеюсь, немножечко там поднял. Ну здесь вот так. Ага, вон там вот есть, видите? Ну туда вообще, судя по всему, дальше. А вот сюда? Так вот. Блин, ну видите, здесь без войн, взрывами, отбой, чек за отведенное время. Сожжение становится эффективнее. Но у меня будет вторая руна, и, собственно, это будет очень клево. Я здесь гранатами, кстати, не пользуюсь, и это просто меня убивает. Это очень полезная штука, а я ими не пользуюсь. Идите сюда, что ли, господи. Чувак, что с тобой? Это очень легкое испытание. Очень легкое. Надо бы, кстати, патроны повысить, но у меня это, по-моему, следующее на штуках этих. Потому что 4 патрона от бензопилы не очень, надо 5. Я этих не могу, ракетометчиков, убивать. Стоп, а здесь что? 300 брошенных еще больше увеличивает. Верски убейте. Еще дольше. Не, вот это хочу. Заряд от БФГ иногда. Что, поставляли потом? То есть я полностью на лут точусь. Так, не-не-не. Вот. Может, все-таки вот это взять? Ловкость потом, ладно. Когда-нибудь. Мне все-таки беспокоят те эти. А тут и более верхних уровней-то нету. Можно, конечно, попробовать оттуда, где я сейчас, спрыгнуть сюда, потом каким-то чудом-макаром долететь до той штуки. Иначе я тупо не понимаю, куда здесь
дальше. Ладно, пофиг. Нет. Здесь очень большое расстояние, либо надо прыгать очень точно. Ой, я надеюсь... Ну, ладно. И мне прям так чувствуется, что там как раз-таки и есть этот уровень ретро. Ну-ка, пару секунд. Но все-таки стало это, мягко говоря, интересно. Изи. Он осталось дойти до той двери. Я видел этот круг, я забыл, что по нему можно бегать. И... Серьезно. Я сюда пришел, чтобы... Что-то я чувствую, что здесь где-то еще должен быть какой-то рычаг. Господи, вот это оно умотало. Здесь самое обидное, нет никаких панелей. Которые бы... Ладно, пофигу. Так, я обратно развернулся, что-то вдруг... Идемте дальше. А, ну здесь было. Ладно, сейчас. Thank you.
мега здоровье. Что, игра? Вот извини меня, что с тобой не так? Я 20 раз так запрыгивал. Просто замечательно. Подобрал Убер здоровье. Точненько падаем. Все. Опять игра не хочет меня куда-либо пускать. Конечно, замечательно. А, то есть здесь, кстати, можно это обузить, люди. Очень нехилый обуз можно сотворить. Нет, это, извините меня, пока. Там, я так понимаю, вообще... босс. Ты не помешаешь мне взять то, что мое по праву, что было мне обещано. Оружие, голограмма. Приветствуем в Акад. Мы открываем врата ада ключом к будущему. Врата Акада ключом к будущему. Это просто, знаете, 10 из 10. Аптечка, но я не могу подобрать, потому что у меня уже мега здоровье. Между прочим, это мега здоровье ужасно палевное. Как его можно заметить? Это не конец! Дурочная дура. Ой-ой-ой. Ух, ё-моё. Нет,
типа, здесь продержаться надо. Секреты. Да, секреты не открыто. На сверху бить 4 финков, сама включить стрельшу. Путь сзади. Раньше, кстати, таких подсказ... Точнее, были. Что-то подлететь сверху там. Стилище Кадингер. На Марсе снова открыты врата в ад. Вы оказались в адском измерении и не можете удержать демонов от вторжения в наш мир. Убейте всех, кого увидите. И найдите способ вернуться на Марс. Ура! Ад! Это уже, по мне, так гораздо интереснее, чем колония на Марсе. Как они... Я люблю... Я все-таки люблю фэнтези-миры, чем какие-то там... Какой-то футуризм. Колонии, космические корабли как-то меня меньше... Вот, да, вот это вот я понимаю. Он здесь. Он здесь, бегите, глупцы. Я надеюсь. О, секреточка. Сразу так. Установим портальное устройство в гробнице. Пометьте наш путь осветительными столбами. Ученок. Дал выхода. Эту дверь как-то можно открыть. Получается, да? Да. Ну блин. Опять где-то на уровне спрятан какой-нибудь рубильник, да? Найди его. Я терпеть не могу секретку. Ладно, пробегусь сперва так. Это, кстати, новое оружие это. Пушка Гаусс. Табуляцию для просмотра. Ускоритель Гаусса уже многие годы используется УА как основу для множества индустриальных проектов, таких как Аргент Башни и рудокопы, применяемые на Фобосе и Деймосе. Малое количество движущихся частей делает пушку Гаусса надежным и мощным оружием. Ускорение стреловидных боеприпасов с помощью магнитной камеры позволяет достигать чрезвычайно высоких скоростей. Аэродинамическая форма снарядов приближает меткость стрельбы к абсолютной. Боеприпасы дешевы и доступны. Они делаются с расчетом на сохранение структуры при прохождении через органическую материю. Пушка Гаусса обладает заметной отдачей, которую стрелок должен компенсировать.
стоп, а это... А, это типа патроны от... Понятно. Не нравится мне это. Да. Нужен оранжевый череп. Дырка в текстуре, дырка в текстуре, аха-ха. Так. А пофигу. Конечно, клёво, но... Ну-ка, где ещё? Ага, ладно. О, он еще взрываясь. Какая прелесть. Плохая музыка. Очень неплохой ужас, да. Ту-ту-ру-ту-ту. Какая прелестная музыка. Боже мой. А чё ещё? Дайте мне ещё музыки. Где? Кто? Ну, здравствуй! Господа, не наглейте, пожалуйста! Что-то вас слишком много. Ну вы серьезно? Теперь еще испытания будут?
найди меня хрен знает где. Или все-таки я когда вот эту штуку поверну, все откроется. Окей. Черепок. Так. Ладно, господи. Тихо, я опять не туда. Там тоже, возможно, открылось. Нет, тут не открылось. Я не могу идти дальше. Вот видите, какое расстояние до стены? Вот-вот. Я терпеть не могу такое в играх. Абсолютно, это чудовищно. Хотя и это встречается, по-моему, второй раз за игру. Такое. Место не такое уж важное, но... Это за синей дверью, испытание. Хрен знает, как до него просто дойти. Так, стойте. Да, ну, собственно, да, я здесь не был, считается, как бы. Ну ладно, пойдемте. У нас есть желтый череп. Сейчас у нас будет немного брони. Здесь тоже непонятно как. Синий череп, красный. Красный, синий череп, красная дверь, бла-бла-бла-бла-бла. Но за синей дверью нужен... Может, нужен синий череп? Нет! Там... Вот такая оправа. Красненькая. То есть фиг знает, чем оно открывается. Дорога к испытанию. Но я по-любому туда еще вернусь. Нажмите Е, и что это мне даст? В первую эпоху, в первой битве, когда типа тени маленькие впервые стали длинными, выстоял один воин. Его опалили угли Армагеддона. Душа его обожжена пламенем ада, осквернена и не могла уже вознестись. Так что он... избрал путь вечного мучения. Ненависть его была так велика, что он не мог обрести покоя и скитался по равнине Умбрал, желая отомстить темным владыкам, причинившим ему столько зла. Он носил корону ночных стражей, и те, кто отведал его меча, нарекли его палачом Рока. В английской озвучке я, по-моему, слышал это, и было слегка лучше. Нет? Опять же, вот смотрите, вот камень, я вижу камень. Я могу сюда, вот... Кто скажет мне, что сюда нельзя забраться, вот, ну, вот этот камушек? Вот хрен тебе. Блин, как я ненавижу это, вот прямо...
Это просто ужасно. Я понимаю, что это красиво, но пофигу, сделайте дальше вот камушек, чтоб типа, ну туда точно никто не это, ну... Блин, ведь фиг пойми потом секретки где. Ты начнешь думать, что везде вот... А вдруг там секретка была бы, вот действительно. А я подумал, а здесь вот, вот ты разрабу вот так вот сделаешь, что нафиг не запрыгнуть. Знаю я их. Зараза. Слишком много. Товарищи. Ну, это я просто расслабился. Если что, кстати, я через полчасика закончу, а продолжим где-то вечером. Возможно, продолжим. Я не знаю. Посмотрим. Может, что-нибудь другое продолжим. Я что-то соскучился по Hand of Fate. Соскучился, готику надо вторую проходить. А то я что-то как-то ее начал и... Я извиняюсь. Ой, я и забыл, что меня сзади перебил. На, тебе тоже на.
Да, это было жестоко. В основном потому, что я дрался на довольно-таки маленькой территории и не бегал туда-сюда. В таких играх это критично. Просто боялся за... Есть вот какую-нибудь вот такую дыру, где вообще мало возможности развернуться. И... Незнание в таких играх это не менее большое зло. Уже от игрока, так скажем, независящее. Неплохо. А, ну вроде говорит идти сюда. Запила. Прикольно. Ну, кстати, у меня же патронов нет. Зеленая жижица, я так понимаю, не для красоты сделана. Для того, чтобы меня продамажить. Я предпочел бы здесь более, так скажем, классическое. Более классическую штуку. Отлично. Знаете, это не секретка вообще. Это трудно назвать секреткой модели Ревенанта, звездный парень. Давайте полигон стайл. О, здрасте, капка демоны. Вот их почему-то не представили, кстати говоря. Ай.
Здрасте. Да чтоб тебя! Ути! Дай мне жизненьки, пожалуйста. Это было недурно, я скажу так. Очень недурно. Ад вообще жара пошла. Моментально, как будто сложность сменил. Я выбрал нормальную сложность. Я думаю, если была бы легче, я бы это... Я бы тут все просто пролетал бы. Сложность в самый раз. Хотя здесь немножечко, как это сказать, кривая сложность. О, испытание. Найди секрет. Оно открылось. Выполняйте зверски убийство быстрее. Супер дробовик. Бейте импульс в пустоту, получая за каждого 4 секунды на передвижение. Импульс можно убить или пощадить по вашему выбору. Достигните цели за отведенное время. Цель добираться с алтаря. Ну, неплохо, неплохо. Вот 8 человек смотрит, а, и никто что-то ничего не пишет. Кстати, вебка какая-то это мрачноватая. Товарищи, давайте делить чем-нибудь. У кого как проходит четверг? Не то. А можно не каждый раз не подгружать миссию? Не, а куда? Извините. Не, а... Чё-то я ничего не понимаю. Окей. Без импов, то есть не убивая импов, я не могу двигаться. Окей. Чудесно,
Чудесно. Ладно, я помню, как это проходить, и это сложненько испытаниеся. Да... Давай бесконечные перезарядки, пожалуйста, да. Эта локация жутко напоминает темного мессию. Не, он не может зацепиться, твою ядрить. Знал бы, сделал двойной прыжок нормально, а не так. Что-то жестокое испытание случилось. Сравнить с прошлыми не будет земля. Да что ж ты делаешь-то, ну? А, господи. Жесть какая, господи. Ладно. Это можно пройти с первого раза, только если понять, что... Здесь бег зависит от того, что ты убиваешь. И агимпов можно... Как их можно пощадить вообще? Тут, ну, двух-трех можно пропустить, но... Геноцид импов точно будет. Очков и жетонов доступно. Пушка Гаусса 2 улучшения имеет. Светильщик Кайзингер. У меня сейчас светильщик Эдингер, и мне, короче, где-то надо найти это, да? Ну тут еще вон сколько не исследовано-то. Пожалей, игра. Ну, наверное, сейчас посередине эту локации закончу. Не надо, потому что надо. К сожалению. Это считается секретом? Да, кстати, а какие здесь вообще претарианские жетоны? Ведь 10 демонов. Ах, зараза, если бы знал, то зверски убейте 4 адских крушителей, подсечкой цельтесь правую ногу.
подсекай. Вот. Кот наоборот. Прелесть. Патрончики сейчас возьму, товарищ. Патрончики. Да! Что это фишка? Сбил. Какая-то открывалка. Судя по всему, надо просто бежать вокруг. Ауч. А, то есть они... Чем мяу? Скажи свое мнение об игре, не используя мат. Игра... Знаешь, если бы не было кое-каких бесючих для меня нюансов, игра была бы 10 из 10. Вот серьезно, 10 из 10. Но вот за то, что я иногда вот хочу пойти направо, а там вот, вот визуально ничего нету, а ты вот утыкиваешься, и это бредятина, извините меня, такая, что я не могу уже этой игре поставить 10 из 10. Пылесос. Переломный момент. Что за ачивка? Переломный момент. Улучшите руну. А. Так. Thank you.
А, то есть во время добивания я неуязвим. А как подобрать жетончик, так это... Извините, не религия не позволяет. Ну ладно, правила игры, так правила игры. Там внизу есть броня. В принципе, можно поюзать, ладно. Не мешайте мне, детки. Один секрет. Пулеметик. Моя прелесть. Шестисволочка. Вот до этого я нажимал на восьмерку, хрена с два мне давало. Все-таки, знаете, я приверженец неуязвимости. Как вовремя, да? Ладно. О, Uncharted, Dark Souls и Doom, расставь. Я не играл Uncharted, Dark Souls я могу судить только по первой части. Это во-первых. И во-вторых, ты сейчас предлагаешь мне сравнить браузер Chrome и вилку. В целях там, я не знаю. Uncharted это, можно сказать, адвенчура. Ну ладно, как-то еще можно сравнить с Doom в плане стрельбы. Но там не на этом акцент. Ну, Dark Souls как с этим сравнивать? Это вообще не знаю. Лишний бой. Знаете, что-то я реально подустал. Что-то они какие-то слишком медленные. Странно иногда выпускается ракета, серьезно. Здравствуй. Лети, моя звезда, лети. Лучше. Все сравните игры, которые вышли в одном году и которые будут... Нет, это бред. Это бред. Давайте сравнивать Марио еще, которые там... Или покемонов, которые выйдут в этом году. Покемон Сан и Покемон Мун с Думом. А почему бы и нет? Вообще игры разных жанров нельзя сравнивать вообще никак.
понимаю, сравнить Quake новый, который он выйдет, когда он выйдет, сравнить Quake и Unreal Tournament, который тоже вот скоро выйдет. Но, блин, Dark Souls, Uncharted и... Нет, извините. Никак. Стоять. Так, не. Да вы... Ладно, хоть... Не сдох. Так. Портал. Портал фиг знает куда. Не, это как вилка и майонез. Серьезно. Выход 2016-м. Ты понимаешь, игра может быть люто... Там, я не знаю, World Fortress буквально. Ладно, вот Starbound тоже релизнулся в этом году. Ты будешь сравнивать Starbound с Doom? Серьезно? Игру, где главная цель эксплоринг, и игру, где просто вот шутер. Синглплеерный. Ну, Uncharted и Doom я могу сравнить вот в плане стрельбы, но Uncharted там не на стрельбе, там акцент на сюжете строится. Для меня лично такие игры, как стрелял, если стрелялки, то если я захочу пострелять монстров, то я, конечно, Doom выберу. Но если мне захочется сюжета, адвенчуры, там, бегание от чего-то, там, пух-пух-пух-пух, везде взрывается, скриптово, все так, надо стрелять, все, то, пожалуйста, я выберу Uncharted. Я могу сравнить Лолец с Дотой. Точнее, мог бы сравнить, но ладно. Я это ни разу еще не юзал. Не стреляя. Мобильную турель. Перегрев ее заклинит. Одно место стоит не очень. У вас тут... Лучшая игра года — это уже зашкварная... Это... Как ее? Номинация. Лучшей игры года не может быть. Для каждого это чисто субъективная вещь. Вообще игры — это субъективная вещь. Но все-таки сравнить... Ух, компенсация удара, слава тебе, Господи. Алло, я заканчивать уже стрим хочу. Я устал падать с той верхотуры, а потом... Смотреть на вот эту дикую карту и понимать, как куда дойти. Надо драматизировать. Я тебе сказал, что лучшая игра года для меня это Бред сивой кобылы. Потому что назовут Ведьмак 3, а до... Как сравнить Ведьмак 3? По каким объективным критериям ты сравнишь Ведьмака 3 с Думом? Извини меня.
По каким? Графон? Ну ладно, графон ты сравнишь. Геймплей? Так блин, там геймплей разный совершенно. Там РПГ, здесь шутер. Притом в Ведьмаке все строится на сюжетах. Здесь ничего не строится на сюжетах. Кто-то будет говорить, что сюжет в играх важен. Кто-то говорит, что не важен. Лучшая игра года, это настолько, я не знаю, это можно выбрать только по... Вот народ сожрал и все. Каждый год же сравнивают. Кто? Какие-то журнальчики там, типа... Как их, я не помню. Кто там у нас сравнивает? Выбор народа, это тоже, извините меня, бредово. Во многих случаях. Закупили вон No Man's Sky. Сколько народу ждало. А получилось хрень на палочке. И ведь разрабы потом будут говорить, а наша игра преодолела там оценку, покупки в 1000 там и так далее. Ну, по-разному все может. Точно, в жанре они вообще игра? Не, ну, фу, это ладно, но не, я знаю, какой-то журнал делает лучшую игру года именно из всех игр, из всех. То есть даже не важен жанр, лучшая игра года. Притом какой-то авторитетный, я просто не могу вспомнить. Игры года идут. Господи, ты куда ж мне нужно-то? Господи Иисусе. Кто-нибудь мне подскажет, вот, ну что вот это такое? Я уже, если честно, устал от этого. Так, я сюда не хочу пока что. Опять оббегать просто, ну. Фу, мне сказали, сравни Uncharted, Doom. Ну ладно, Uncharted, Doom я еще пойму. И Dark Souls. По каким критериям я должен это сравнивать? Я для себя сравню. То есть... Хотя я Uncharted не играл. Хотя я уверен, что я во все три сыграю игры, и мне бы Uncharted понравился. Думаю. Первый Dark Souls тоже. Но, извини меня, как я должен выставить их? Я дебилоид. Хотя нет, только мозгов у меня все-таки было. Почему отсюда нельзя спрыгнуть, я не знаю. Не умирать? Не, фу, я отдыхать пойду, скорее всего. А, это директор, кстати, идет. Нет, извините, я туда не хочу пока что. Туда, кажется, дальше, да? Да. Может, я чем мяу, конечно, неправильно понял, но... Это... Я не знаю. Ну, сравнить...
Dark Souls Doom. Господи. Ну серьезно. Чуть какое? Карта? Сейчас телепортом воспользуемся. А вот еще. Штурмовая винтовка. Ставьте стрельбу из штурмовой винтовки. Зверские дети Кары Небес прокнутся ряды за отведенное время. РПГ года. Кара Небес надо! Да ё-моё! Да, он меня нормально убивали, что? Почему они не добиваются? Вопрос на миллион долларов. Не, это надо это. Рестартовать. Сейчас. Зашел, называется. Так. Проваливание в текстуру, ну отлично. Так, иди сюда. Гораздо больше. Интересно, кстати, может сейчас поменять, посмотреть, как оно будет действовать. Ладно. О, время 17:06 уже, люди, мне пора закругляться.
О, я надеюсь, что... Классические карты. И телепорт. Вот сейчас для телепорта схожу. И все, наверное. Ну-ка. Его стальная воля, закаленная адским пламенем, не дрогнет там, где слабые будут растерзаны. Ведь только он был путником ада, неудержимым хищником, ищущим воздаяние всю... Стрельба микрорайон расходует меньше... боеприпасов. Более угодно долго без перезарядки. Неплохо. Шквальным огнем я уже не пользуюсь. Глушилка перезаряжается быстрее. Самонаведение происходит, наверное. Понятно, ладно. Ну, вот. Надо бы добить микро. Короче, хочу. Вот так. Гораздо быстрее. Вот так, да. И сокращает. А, здесь по три. Здесь по три. Здесь пять. Какую модификацию? А, ну никакую модификацию я сейчас не возьму просто. Ладно. Скорость и ловкость. Вот это хочу. После седьмой ячейки. То есть следующий у меня будет третий ячейка. Значит, тоже на аргент комплекс. Есть 5 демонов. Давайте поменяем. Мне интересно просто. А пылесос... А, так если на прокачку, то... Буду во тьме и при свете. Так вот. В огне и пламени. В начале. Ладно, так, все. Я все понял здесь. Как здесь их можно пропускать? Карта обновлена, а автосохранение можно? О, люди, короче, дело к ночи. А, все-таки добью, конечно. А это барон Ада. Здравствуйте. Давно не виделись.
Какая прелесть, слушайте. Сожри своего. Я думаю, это прекрасно. Так, не хочу туда, я хочу вот сюда. На 2 секундочки, пожалуйста. Издеваете, что ли? Ну, короче, я надеюсь, что сейчас было автосохранение, потому что, люди, ну реально, уже все. Так, постримилось 2 часа. О, собственно, вечером, я не знаю, стрим будет или не будет. Опять здесь изображения нет. Что за ересь? Я не понимаю. Ладно, вот. Вот так вот. Вот. Это удалим. Сглючившая сцена. Так. Вечером. Я не знаю, будет или не будет. Посмотрим. Вот, завтра тоже посмотрим, будет или не будет. Ну, в принципе, как видится, уже наполовину где-то прошелся. Вот. Возможно, я вернусь к Hand of Fate завтра. Вот. Ну и, собственно, все. Играйте в хорошие игры и пока.